Добро пожаловать, друзья. Это Раст, ваш любимый, как мы знаем. Не Это может дядя быть. Женя. Это Олег. Да. Всего вам хорошего. Спасибо за просмотр. Пока. Не-не-не. Пока, наверное, еще пока это запятая идет. Пока прощаться рановато, да. Итак. Ну, давай что вспоминать. У нас поменялось? Нет, вспоминать мы будем потом. Ага. Трава О, красивая. Смотри, хорс-манки. Смотри, хорс-манки. Обезьянья-лошадь. Отлично. Обезьянья-лошадь. Так, мухоморчик надо собирать, я так чувствую. А мухоморы. Была же песня такая, помнишь? А мухоморы. А море, мо. Да, да, да. Итак, раз, короче, смотри. Ревамп, наверное. Или... Он встал! Вали его, вали этого хорс-манки. Смотри, он делает. Хорс-манки. Смотри, он писюном дрожит, смотри, а. А у меня цензура, у меня в трусах он. У меня тоже в трусах, просто он в трусах писюном дрожал. Серьезно? Да, он делал боги-боги. Не вижу панч, только чистота и все. Жень, как же вот надо... Я забыл. Понимаешь, надо... Надо видеть, как писюном трясут. Не, ну класс, конечно. Отличный план. Он закрыт от всех. Я понимаю, но он в трусах трясется же. Я в трусах трясется, да. О, красоты. Давай здесь. Мне давай, кажется, давай, это лучший давай. Вид, который мы можем давай себе позволить здесь... в этой игре. Кит там что-то, как там стартер, да? Кит там бадам бан там пан там кит там бадам бан там бан там бери 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 бери. Вот скит, просто пропиши. Дейли вообще-то надо писать, а не скит. Да, насрать, что. Пофиг, что. Что-нибудь напиши. А, как тут строить? О, у тебя на это, у тебя на лобке панч написано. Да, я панчовый. Скиберю. Так, подожди. Рифмы и панчи. Так, что-то не то. Во. Ты знаешь, у нас классический дом. Ты строишь первую часть дома, потом тебя убивают, я строю вторую часть дома. Да, это классика жанра, это классика жизни, даже не жанра, а классика жизни. Жень, а можно как-то с видом одно окно? Одно окно. Приземисто, Женя. Ну, извините, пока надо нас построить, а потом разберемся уже с приземистостью. Что-то одно окно как-то, знаешь... Ну, вот поставишь так, потом как другое. Будто, как будто в душу нассали, понимаешь? Так да, поссали душу изнутри. Так, готово. А можно снаружи? Ну да, можно же так, это, знаешь, поверхностно, типа так... Поверхностно обоссать душу снаружи. На тебе кьянку. Это странно. Я уже взял, себе забери. Слышь, холоп, себе забери кьянку. Еще раз кидал. Ой, шкаф же надо ставить. Сейчас придет какой-нибудь чертополох, и все, и до свидос скажет. Придет, придет, да. Придет, придет чертополох. О, распевка, Женек. Да, распевка пошла, значит, все нормально. Значит, это раз. Так, стой, стой, стой. Стою. Пароль они тут знают наш. Давай новый какой-то. Кинь мне в диск там. Кинь мне диск в пароль. Кинь мне там в пароль диск. В пароль мне что-нибудь. Ушлые пацаны просекли наши. Ты думаешь, это наврали они, не верим. Нет, не наврали, они писали мне реально. Ну, давай тогда на, ну, я не знаю. Смотри, значит, давай твою дату рождения плюс мою дату рождения делим на 2, умножить на 4. Во второй степени минус 2. Угу. Я понял. И если готово. Тебе не сложно, писани мне ее в Дискорд. Я просто не запомню так. Фактически, о, ну это сложнейший пароль. Ну а как ты хотел? Это загадки от Жака Фриска, блядь, нерешаемые просто какие-то. Это не от Жака загадка, точно? Так. Ты смотри, какой дом хороший, найс. Да вообще, хибара, блядь, 4 на 4, прям нормально. Крышу как, второй этаж делать или что? Жень, если можно было рыть в землю, я думаю, ты бы уже прорылся, да? Да, я да. Я да. Так, значит, смотри. Смотрю, куда смотреть, в какую сторону. Происходит таким образом. Давай, покажи мне чудеса чудо Джака Фреско. Джака Фреско хочешь? Да, чудеса Джака Фреско, давай. А как ты выехать будешь? А кто там кого от Джаха Фреско, я не знаю. Джохан Похан Фреско, давай, пошли строить дальше. Так, и что это? А, я хочу построить дом-херню. Вот такой вот дом-залупу, знаешь, дом хироманта? Дом-хироманта, да. Хорошо, я поддержу. Просто это вежливо, ты я поддержу, сказал, я поддержу твой дом. Поддерживать не надо, лучше делай. Хироманский дом. Я еще в состоянии сам поддержать. Так, хироманский дом в душе моей. Блять, я закрыл самый красивый вид, но сделал вот этот босса. Сейчас я уберу его. Ты же сказал босса на дом. Страшно. Я не говорил, что дом обоссанный. Я предположил, что он может быть немножко влажным здесь. Место такое просто. Влажный дом? Дом на воде, это же не Венеция, алло. Дом на воде, дом на воде. Нравится мне дом на воде.
Рекламную одежду. У нас здание гниет, алло. У нас с тобой вообще прогнило все в душе, походу. Вот это есть. А у меня, кстати, дерево закончилось, все, абзац. Ну пропиши Kit Vibe, Kit Daily, сразу с этих, с козырей идем. Да, Женек, надо всегда тузы выкладывать из рукава на стол. Того. Кстати, в Kit Vibe это все, до свидос, дерево не дают, иди добывай. А, дают, наврал. Хотел уже сразу это, наврать. А что мы, может, металл закатаем, не? А у тебя есть? Есть, я же Kit Vibe взял. Закатывай. Я ж козырь на стол выложил. Давай дом неприметный, металлический, сразу приметный. Да ничего он неприметный. Да не надо, ты залупу эту из металла, зачем? Ну из камня тогда будет, пускай. Из камня. Из камня. На мои из стрима. Камня до полымя. На мои стрима в полымя с камня. Во, я сделаю сейчас красоту. Во, секси-пекси, шмекси-фекси. Скажи мне, пожалуйста, да разве нас Лока-лока. Время не учит ничему с тобой? Нет. А что не так здесь? Ты даже не подумав уже ответил. Ты хоть бы поразмыслил. Сделал бы вид, что думаешь. Нет. Да, кстати, блядь. Было хорошо. А что, Женек, реально, сделай вид, что думаешь. А что не так? Так, здесь что надо поменять? Обмозговывай, товарищ. Обмозговывай. Обмозговон. Обмозговон. Обмозговон, да. Кто-то ходит уже, кстати. Естественно, бля, а как же, люди, рожденные ходить, ползать не станут. Бегать точно не будут рядом. Так, что из того, что... Дом Аджака фреска. Не, ну скажи, Жень. Дом у нас Аджаки был уже. Ну, дом говно. Ну как, почему говно сразу? Нормальный дом. Понимаешь, дом, ну... Это не то, что ты его построил, просто он так выглядит. А, как говно? Нет, я вижу, что дом, он какой-то, ну, блядь, ну там окно, там, сука, как козе третье седло, блядь. Там на вообще козах нет сёдла. Ну что это вообще? Разочарую, конечно. На козах не ездят вообще сёдла. Надо срать. Главное, красиво. Ты посмотри, вот это окно, блядь, что? Ты что, ты же сделал, это не я делал. В смысле, я это сделал? Зачем ты его сделал здесь? Я вот не знаю, зачем. Я там стенку ставил, между прочим. А нахрена тебе тут глухие стены? Ты что, боишься вот? Логично. А мы никого не боимся. А что ты ставни-то открыл? Я закрыл. Что за хуйня? Школота какая-то бегает под окнами. А, это школьник там пыхтит. Да. Че ты пыхтишь-то на? Первобытный школьник. Первобытный школьник. Слышал он меня, мои высеры? Слышал мои высеры, да? О, бля, он убил его, слышь? Видишь, какой школьник дикий. Как будто я резко остановил. Блять, у него газдомел, слышь, это опасный человек. Почему здесь не ставится? А, ты уже их открыл, да? Че они делают? Это ты дрочишься там? Да. Зачем? Я думал, тут решеток нет, ставни. Ты подождал бы, хоть я бы за деревом пошел, ты хоть бы начал бы уже там. Да ладно, ладно, что? Че стесняться-то? А как мы выходить будем? Вот ты подумал об этом, когда лестницу ставил? Блять, тут еще и закрыто. А пароль какой? Тот же? Да. Нет. Какой? Не помню, что? Да? Нет, не знаю. Да, нет, не помню. Мне надо выбрать правильный ответ в твоих словах. Ну да. Меняй, Женек, меняй. Я сейчас пытаюсь сейчас сообразить. Как-то порезче. Пытайся. Нет, не получается. Ладно, фиксим. Хорошо, что пытаемся. А я открыл, на. А что на-то? На, новый пароль. Ёб твой. О. Что-то не так. Что-то закрой дверь, подожди, сейчас я закончу. Построили снова какой-то барак. Да, бардак у нас. Выжить бы нам, здрасте. Немножко... Собрав друзей, да? О, смотри, конопля. Мама, смотри, это конопля. Канопл. Че, бля? Канопель. Чего-чего, сынок, да? Канопель. This is canopel. Так, сейчас. Николь Канапель, давай. Сейчас уберу говнецо. Женя, а ты не хочешь дверь здесь? А зачем? Там все равно никого нет. Там пустота, ставни. Мне кажется, в этом доме... А зачем ты лестницу на вторую убрал? Потому что ты ее поставил так, что невозможно ни выйти, ни зайти. Это ты типа сделал так, внезапность, да? Да сейчас я все организую, стопешечка. Давай, 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 давай. Ты отходи оттуда, убери вот это говно. Какое говно? Дом? Нет, нет. Вот эту свою, вот эту ворота, вот эти в ад... Во. Ворота. Вот эти ворота. Почему не ставится? Хочешь... А, подожди, я сейчас. Почему не ставится? Потому... Спи, моя красавица. Вот.
подобрать. Ух, ебать, ну это вообще прям лакшери, ёпта. Подожди, а как выходить? А. Выходить никак. Это дом, блядь, как этот, как кабачок, ёпта, залез, не вылез. Не, смотри, зайти можно. Дом-кабачок, ой. Не, нормально. Дом я могу, конечно, переместить могу. Ну, я ж только в дерево его катанул, блядь. Катанул. Сразу взял, убрал. Во, вот так лучше будет, смотри, так эффектнее. Кому? Тебе? Эффект... Кому лучше? Не, выйти проще, выйти и зайти. Так нам не нужна простота. Эффект. Сложность, загадок, фреска в том, что тут есть какие-то моменты. Вон, блядь, бежит. Фреска, мой. Загадка. Вон хуяблик бежит, смотри, бежит, блядь, сейчас прыгает. Сейчас я кикбоу пропишу хотя бы. Кикбоу, мадафак. Начинается так. Ну это раз. Китлот. Камелот. Китлох. 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 Пропишу-ка я китлох. Забудь прописать, ты скорее китлох. Давай. Коль играешь в растолох. Растолох? Растолох. А где дерь? А, вот это я забыл. А где дерь? А, дерьмо имеешь в виду? А. Тут весь дом такой. Жень, мне кажется. Да. О, бля, ну вообще красота. Когда кажется, надо в монастырь сходить. Пошли. Спасибо. Да, пойдем. Спасибо, господин проницатель. Проницатель так. На букву Р перепутал букву. Пошли. А я не путал, я тебя именно так имел в виду. Как? Так, смотри. Вот как имел, проницательный так и прорицатель в виду. Или что? Как? Прорицатель с прорицаниями в прорехах проницал прорицательность. Угу. Цыбарку вставил свою прореху. Не, ну, пошли. Это раз, да. Это раз. Дадизм так и прет, а? Так. А дальше? А дальше? Мы поймем, что делать. Сейчас придумаем. А ну-ка повтори. Я не успел сообразить. Давай, ты двери наставляй. Ой. И как? А я понял, надо в другую сторону. Пойми-ка, правильно? Давай в другую. Сейчас, подожди. Понимание приходит с опытом, Жень. Подожди. Понимаю. Стоять. Отлично, условный рефлекс. Итак, вы что? Что, поменялось? Ничего. Мне кажется, эту санную печь надо убрать. Надо не санную печь убрать, а эту санную стену надо убрать. Вот и все. Все. А-а-а! Жака Фреско загадка. Подожди. Так неинтересно, они придут нас рейдить. Еще одну дверь поставь и будет нормально. Нет? Ты решил упороться по полному ебантизму. Да ну хорошо, давай. Звонок не звонит, нет? Звонок не звонит другу, да. Ну или так. О, буква Г. На-на-на-на-на-на. Что это? Дверь в дверь, дом в дом, в лестницу или что? Куда? Дверь в дом в дом. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Хорошо. Ой, беда. Что за хуйня? Почему? Я не понимаю. Не знаю. Лучше умы столетия гадали, блядь, что... Зачем ты дверь убрал? Я пытаюсь... Не-не-не, там ты не запрыгнешь. Фишка в том, что можно только через одну дверь. Нет, я смог. До свидания. Твоя теория не сработала. Я понимаю, но когда тебе под жопу будут стрелять калашисты... Они в любом случае будут стрелять. Загадки Жака Фреско против пуль мало что сделают. Ну, в принципе, как все сложно. Так, ну это первый этаж. Это первый этаж загадок, согласись, да, сложных решений и выборов. Но второй у нас пустой, как бы тут вообще не очень скучно все. Кто-то пристроился. А, да? А, вижу. Слышь, кто-то строится. Да, снаружи пристраивают уже. Я буду стрелять луком сейчас тогда. Я тоже. Ну что, черт полосатый? Алло. Слушай, а пароли можно ставить на решетке? Нет. Как нет? Говорили, что можно. А где, блядь, рейдеры? Слышь, закрой. Ломай эти штучки, дрючки. Вообще лучше закрой ставни. Да, я просто убрать хотел. А давай здесь эти проемы, слышишь? Давай. Быстро поставим проемы. Проем. Ты мой проем. У тебя же металл был. Нету? Крышу хотя бы в металл. Дерево, металл. Вот так говорит, давай сделаем невидимый домик из говна и палок. Принеси металл в итоге. Хорошо, несу металл. Так. Я хотя бы двери поставлю. О, здесь элементарно же, ну, Ватсон. Давай, они там уже пристроили, блядь, мамы, в жопу свои. Давай. Я что-то там улучшаю. Это я лучше.
Да еще наши они уже улучшают. Что-то там улучшают они. Они скилл улучшают. Чей? Свой? А? А? Жак Фреско будет доволен. Каким? Нашим домом. Итого, что получается? Итого, у нас немножко защиты есть. Ну, да, минимум дальше защиты на... Да, слушай, а что они там... Подожди, у нас же ящик стоит, а что они делают-то как? Подстраиваться-то можно? На нахуй! Сколько вон часов у тебя в расте? Stop it, you dirty man! Stop it, you dirty man! Дети, он говорит, дети, мам. Я знаю, я просто специально дразню. Цойти. На нахуй. Лежать, собака немытая. Ах ты пес смердячий, блядь. О, бэт, летюсь, ты убил, летюсь. Так, я иду на помощь. Давай, желательно, Жень. Желательно. Бой. Там кто-то валяется. Ой, я в жопу засадил, да. Ему, смотри. Опа, блядь, есть два. Попадание два. Два попадания в жопцу. А это ж бревно. Кто? А вон. А. Похоже на человека. Два попадания. Куда? В бревно? Да нет, вообще-то было как по мясу. Не, попадал, я ж видел, да. Дети, ман, дети. Ой, там еще двое идут. Едрить, закрываю эти ставни. Где, покажи, я хочу посмотреть. Вон на горе были двое. Слева уже. Срать им на морду, Жень. Не надо бояться. Вон, дети ман опять бежит, смотри, вон. Я тебе разве не говорил? Мотивирующий урок небоязни в расте. О, попал ему мясо. Давай. Ой, блядь, он меня попал. Это я, наверное, попал. Попал, все, я положил его. Бежим лутаться! Все, досвидос, вексаль какой-то. А, тебя убили? Нет, я его убил. Что значит, его убили? Подожди, надо побежать полутаться. Я металюгу сейчас выложу. О, они здесь опять. О, я слышу школьное далёко. Школьное далёко. Как мимолёко. Школьники видалёкие. Школьники далёкие? Школьники видалёкие. Ну, как песня. Где он? Он внизу. Слил по нему. Давай я буду прикрывать тебя из окна. Давай я секу. Я буду лутать себя. Ого. Ну тут нормально вещичек. Я буду играть с тобой. Во что? В игру. В раз. Ты же говоришь, я буду лутать, а я буду играть. Все? Ни хрена, у нас в первой серии уже рыдануть хотели. Быстро. Собаки. Ну как, ты просек, все, вещи все забрал? Все забрал. Сишки. Автоматы, калаши. Да. Ну все, теперь можно спать. Город может спать спокойно. Новый герой появился? Да. Так. Надо. Надо сделать что-то себе из вещей, я так думаю. Надо, да, конечно. Мысль хорошая. Очень. Так, где квиккрафт? Хочу квиккрафт. Слух. О, что-то поменялось? Нет, по-моему, ничего. Ничего абсолютно. Я все как просто... было непонятно. Ой, есть седлбэк есть какой-то. Седлбэк. Hello. Come out. Чего ты там... Come out. I want to talk to you. Oh, yes. Он хочет с нами поговорить, слышишь, урод, блядь. Сейчас тебе покажу, блядь, разговоры нахуй. Не хочет to kill us. Видишь, hello хочет сказать. Hello? Сика, everyday. Pull away, you dirty. Дурак. Так, подожди. Там еще начали перестрелку опять. О, я взял патрон для стрелы вместо. Dirty, nigga. А ну, шапка, бля, где он там? Сейчас мы ему покажем, бля. Там же. Ух, еба, он попал меня. Все, тебя положили. Сейчас я тебя... Пошел в жопу. Сейчас ты меня. Сейчас тебя подниму. Не хотелось это говорить. Сейчас ты меня. Поднимайся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас, подожди. Погоди-ка, сейчас какой-то чмырь, блядь, с луком называли. Don't aim at me, you naughty, it isn't me. Что, дурак, что ли? Naughty. Он на лошади прискакал. Ну, это другой галыш прискакал. А, еще? Ты у него какой-то супер топор там забрал волшебный, он просит его обратно. Какой, где, блядь, какой супер топор? Дети, нигги,
Вот этот? На, сука, свой супертопор, дебил, бля. Give me my axe back. Видишь, какой-то топор ему надо. Так я же вернул. Да, ты отдал ему топор его? Тебе кирку могу еще дать по голове? Выйди, я тебе кину. Выйди, я тебе кину кирку. Смешно. Вот видишь, это минус нашего чудо-дома. И мы не видим, где враги. То, что все бегут? Ну и что там они бегают? Эй, алло. Мы ищем таланты. Вы где? У меня еще копье есть. Ты ситхом прописал вообще? Нет. А нахуй надо, да? Между прочим, еще нет. Но зато я прописал этот. Мне спальник поставил. Между прочим. А, мы комбат-блок. Хрен из два, мы что пропишем тут с тобой пока. Какой комбат? Ты дома у себя сидишь. Я не могу ситхом, мне пишут комбат-блок. Что? А я прописал. Сетхом один. You can teleport. Почему? Я же пишу сетхом. Отойди, пожалуйста, я лежак положил. Сетхом один. You can teleport. В смысле телепорт, я сетхом пишу? Алло, игра. You can teleport. Мальчик молодой. Сет надо... Отойди, пожалуйста. Ну, я... Да так ты же не даешь мне пройти. Ма. Отойди, говорит, пожалуйста, главное. Сетхом один. О, я теперь установил. Странная была штука. У меня, кстати, стрелы кончились. Ну придется все. Делать новые. Все. Абзац. Закрываем. Все, конец серии получается. Да, да, пора бы, да. Надо пристроиться наверху там как-то красиво, да. Сейчас стрелы сделаю. Бля, эти двери, конечно, это просто произведение искусства. Фреска. Сколько лет там, интересно? Я не знаю, мне кажется, нормально. Пятилетний долбохлоп. Kick that nigga, bitch, off the plane. Так. Что надо мне так, еще? Так, что мне надо? Мне надо что-то. Я так скажу. Я тебе спрошу вопрос такой на засыпку. Так. А, вот деревянная стрела. Ну и что, на засыпку нормально? Спросила меня? Вопрос от Джака Фреска. Засыпался, да? На первом же вопросе, да? Сейчас, я сделаю себе много стрел. Давай. 36 штук. Так, ты приоделся там хоть немножко так? Access чтоб, denied. Чтоб не стыдно не было. Не, я уже одет и все. Чтоб тебе стыдно не было. Пиписку свою прикрой сам, я сам надел на себя что-нибудь. Я вообще-то как бы надел уже. Что ты там надел? И на себя, и на пиписку. Вон они бегают, вон они, вон они. Пиу! Хули ты! Блять, он зашел! Подожди! Нахуй! Ты че, мудак что? Please don't kill me, блять! Все, до свидания. Копье, блин, помогло. Да, смотри. Копье хорошее. Жень, сегодня у нас еда, сегодня у нас мясо. Мясо человечье у нас сегодня. Да, сегодня будем. Сегодня будут танцы? А. Так. Хорошо. Открыл, главное, так внезапненько ему, да? Я там еще вторую видел. Там турельку надо поставить, турельку. А у нас есть на что взять турельку? Может быть, магазин есть? Ну-ка, я посмотрю. Ноль очков. Зайди в ларечек, женечек. Не получилось, нет монет. Я бы с удовольствием. Возьми в кредит. Заработай простатит. Возьми в кредит. Аллилуйя, возьми в кредит. Аллилу... Ах ты, черт полосатый. Ты опух, что ли, черт полосатый? Слушай, наверху. Они там перестреливаются опять. Там же, с окна. О, у тебя дробанчик. О! Вот это сок. Ой. Попал. Не, 5 хп, подожди. У него мало жизни, я попал в него. Да, в голову попал. Да, в голову. Давай, стреляй! Нет никого там, нет никого. Вон он выглядывает просто. Нет никого. Да, он все попадает. Все есть. Во, теперь свобода, попугаем. Да он долбится по глазам. Свобода Юрию Деточкину. Ах ты, черт полосатый. Дай хоть как-то меняться по очереди. Да-да-да, давай, у кого кто перезаряжается, там здоровье правит себе. Бля! Поменялись? Ты меня убил, ты же меня вальнул. Нет, написано, вон, ветпингвин. А, мокрый пингвин. Мокрый пингвин тебя. Прячущий свой жирный живот убил тебя, да. Так. It's... Ого. Школьник-мен. Аллилуйя. It's школьник-мен. Чувствуешь, когда у тебя что-то не получается, надо петь. Школьника нет. Про школьника.
Школьник виноват в том, что ты не можешь играть в Rust? Да. Школьник виноват, что ты не можешь из лука убить калашиста? Попал в него. Вот. Калашистый народ, плечистый. Жень, зажмешь с калаша? Был бы он. Я бы зажал. Зажми с лука тогда. Кого зажать-то надо? Я не по этим делам. Ну, it's raining man, выходи давай. It's школьник man. Аллилуйя. Давай, выходи. Ты где, живой? Да, ты жил пошел. Целый орел. Я тут, а? Я камбэкнулся домой. Встречай меня скорее. Где? Да ты там бежишь? Ну, а меня убьют тоже. Слушай, меня поднимешь наверху, если что. Ну, нихера себе пацан дает, бля. Вася капитан. Кто? Пятачок капитан? А. Вася капитан, говорю. Капитачон пятак. Закрывай, давай, давай, давай. Закрой ставни. Закрою ставни? Ну. Чтобы школьник не убил, закрой ставни. Чтобы школьник не прошел, закрой ставни. Как песня рождается на ходу, а? Так, надо бинтов. Главное, себе... что без смысла, но главное, что рождается. Так, что ну? Смысловая галлюцинация. Нет, нормально. Смысловая ахинея. Вон добывает какой-то чмырь с моей. Где мой лук? Дай мне лук мой, слышь? Ты что лук-то забрал? А, вот. Где бросил, там возьми. Что ты у меня лук забрал? Блин, что у вас, сука, так много здесь у моего дома? Слишком востребован дом, ты понимаешь? Да, конечно. Жак и Фреско хотят все дом. Что, блядь, долбят, слышь? Ну, они подстраиваются. Женя, а патрончики не можешь там скоммунить на? С магазика? Так ноль очков, что я тебе сделаю? Как ноль у тебя? У тебя штука должно было быть. Ноль? Мы же, это же вайп был недавно. Ноль очков. Так, патроны. Погоди-ка, сейчас. Steam же есть. Это если ты подключал его. Я есть. У меня есть 3000 серы, пойду туда сейчас. Я есть Steam. Азом есть им царь. Ну, не, ну понятно. Сейчас. Ну давай, что там у тебя? Да что, сейчас пойду плавить эту серу, чтобы патроны тебе делать. А, ну да, это. Так, turn on. Вылазь, говнюк. I'll turn you on, моя печка. Я заведу тебя, моя печка. Я ее завел. Так. Че, я не вальнул? Тварь, я тебя три раза попал, блядь, урод. Как ты не упал-то? Ты че, тварь? Говна, какого хрена вообще? Говна, кусок. Сейчас. Мне нравится. Я говорю, ты мои же слова, только... Как? Это как будто я играю, знаешь, это... С переводом? Да? С урдопереводом, да. Урда? А, урка? А, что? Урда, бля. С урдопереводом. А, с уркопереводом? Бля, с уркопереводом. Хорошо, ладно. Ты печь не ставил, случай? Кирпич? Печь! А, печь. Кирпич. А хули двери разные такие? О, черепах. Я ставил печь. Я не... Это моя печь стоит. Твоя? Моя. Королева. Час. Ну... Аутизм зашкаливает. Подожди. В этой серии, бля. А мне не дали печку, кстати. Кикстартер пропиши, алло. А? Не дали ему печку. Олег, мы выдаем тебе эту печь. Используй рационально. Используй ее с умом, салага. Вот, раз уж ты просил, на. Ох, нифига у меня. А че у меня такая? Что не так было раньше. А? Что тебя не устраивает? А что ты приоделся? Слышь, Новый год-то еще не... Все то же самое. На, лови патрончики. Писей в попей. На, писей в попей, возьми патроны. Писей в попей. Бери давай эту штуку, дрюку. А, вот это хорошо. Че надо ему? По-моему, тебя обзывай. Сам ты нигер. Так, спокойней. Ну. Что тебе надо вообще? Алло. Так, шарколи нет у нас. Нужно больше шарколи. Блять. Что за...
Там кто-то стоял, слышь? Нет. Где он? Да, был чел. А, да? Ладно. Да. Тулка Барт, это ты выбросил? О, Пися Попей пришла помогать. Пися, это Пися. Русский же, да? Если ник написан кириллицей, не факт, что русский. Ага. Все может быть в этом мире. Но его Макфлаффин быстро отправил куда надо. Макфлаффин? Слушай, я не успел, я перезарядился, короче. Марти Макфлаффин. Марти Макфлаффин. Марти Макфлаффин. Давай, вон он широкий. Ну что давай, я тебе патроны ждал. Я знаю, но я его не вижу, бля. А, ты же можешь сносить островки. Могу. О, пошла жара. Сносить островки. Олег играет за островков. За островков играет Олег. Олег играет за островков. Так. Я тебе еще сделал 8 патронов. Нет, не 8. 10, 40 патронов. 40, 40. Дай бог тебе здоровья. Хорошо. Я это учту. Бля, я попал. Я случайно стрелял, у кого-то попал. Я закрою ставни, чтобы они не подумали, что это я. Это было интересно. Не поняли, что это был я. Ту-у-у, просекли. Давай. И где он? Гаси. Спасибо, гаси. Жарким огнем. Опять разные песни. Кто про что? Японский органайзер, блин. Так. Кстати, у меня в детстве был японский органайзер. У меня был переводчик английского, такая Та? Не, я просто увидел, что ты горишь, думал. Да это стрела. Ты горишь, как агония. Как агония в огне. Так, что тут происходит? Мокрый латюс опять убили. Я что, что? Я это... Что, что? Во всеоружии. Абдя-бдя-бдя. Я что, я что? Я абдя-бдя-бдя-бдя. Так, с какой стороны они? Жень, чувствую, эта серия быстро закончится. Надо вообще перерыв как бы делать по-хорошему. Смотри, Жень, был Женек, сейчас мы ее. Я готовлю свою пулю для тебя. Попал я в него, попал, представляешь? Огненной стрелой прям в щечло. Я в него попал. А потом... Че послал? И что там? Ты попал в него огненной стрелой? Да! А почему у меня кровотечение, если ты в кого-то попал? Да я в него, не в тебя. А ты же убежал вниз. Слушай, не тут. Давай тут закончим, чтобы... Давай закончим, заканчиваем. Все, ребят, спасибо, что смотрели. На фоне канонады этих выстрелов мы будем прощаться. Это первая серия нового сезона Раста. В новом Расте, между прочим. Всего хорошего. Пока. Бог с вами, друзья мои. Всего хорошего. Пока-пока.